Рубим мы, значит, старым дедовским способом. Так говорят, вкуснее. Для этого нам понадобится такое корыто. Три тяпочки. Также белые и черная капуста. Мываем в таком тазике. Немножечко просушиваем. И закидываем. Ну и два рубчика, конечно же. Рубив на мелкие кусочки, добавляем немножечко моркови. Порубив до однородной массы, потихонечку переворачиваем. Вот такая вот красота у нас получилась. Просто прелесть. Засыпали ведро капусточки в бочку, такую вот, и пересыпаем ее ржаной мукой. После того, как переложили слоями, немножечко подсолили и заливаем кипятком. После всего этого укрываем нашу бочку теплым материалом и оставляем в банке на 2-3 суток. После этого из нее получится обалденные черные щи в печке. А вот так вот выглядит русские черные щи в чугунке из печки. Вкус просто бомба.